Ребятки, всем огромный привет, это канал Реальная Качалка, и сегодня у нас шейкер. Надеюсь, вы знаете, для чего этот шейкер мне нужен. Сегодня у нас будет распаковка. Оп, оп, оп. Распаковка не шейкера, ребят, нет. Шейкер нам нужен для того, чтобы сделать распаковочку протеина, о котором мы с вами уже говорили. И этот шейкер, как пати-мейкер, нам нужен ну просто капец. Сейчас мы сюда сыпанем протеинчик, и будет вообще все мега. Итак, сегодня у нас... Пах. И пах. Мы с вами уже о нем разговаривали. Это один из моих любимых протеинов. Одну банку мы... оставляем на розыгрыш. Мы с вами ее разыграем. Решим только как. И вторая баночка это... Мы с вами ее сейчас внимательно все посмотрим. Но прежде чем мы начнем ее распаковывать, ребят, я хочу развеять маленькие мифы, которые возникают в последнее время о том, что некоторые сейчас разделяются на то, что надо есть ровно 30 грамм протеина. Это обязательно за раз, за один прием пищи. Другие говорят о том, что можно есть и больше, например, там и все, там и 40, и 50, я такое слышу. Но очень сильно разделяется это мнение. И сейчас все больше и больше говорят о том, что надо есть ровно 30 грамм. Это по-любому 30 грамм, это мега, это классно, это ну просто, просто вообще капец. Ребят, я от себя добавлю, что это далеко не так. Вопрос не в 30 граммах, а вопрос в усвояемости протеина. Это 100%. Скажу так, что если, например, вы домосед и у вас нормальное питание, вы нормально питаетесь 8 раз в день, курочка там и подобные вещи, рыба, яйца, то вам может быть и 30 грамм будет много. Он не усвоится, просто вы сходите в туалет и все, он выйдет весь и больше ничего. Поэтому, а если человек, например, работает на стройке или, извините, могилы на кладбище копает, пускай пример будет и жесткий, но это так, то ему и 30, и 60 будет мало. Ну, образно я говорю, ну пускай не 60, но все 45. Усвоится, у него желудок нормально работает, и все хорошо. А другого желудок вообще, например, ну, просто ты ходишь, дрыщешь этим протеином, он не усваивается у тебя. Как бы ты ни пил, то с молоком, то с кефиром, хоть с йогуртом. Хоть чем угодно, он просто не усваивается. И такое тоже бывает. Поэтому все это сугубо индивидуально. И, как правильно сказать, у всех все по-разному, ребят. От себя добавлю, например, вот еще такую тему. Вот как раз, коль мы затронули уже усваиваемость и все остальное. Тут у меня много чего есть, я так быстро покажу. Оп, оп. Если интересно, спросите, отвечу. Есть вещи такие, например, называются панкреатин, таблетки, и фезам. Вот. Порезанный уже их порезал. Вот, поняли, да? Вот, например, сразу после треши позанимались, и у вас плохо с желудком, не усваивается это все. И ты закидываешь огромное количество всяких протеинов и подобных. Одну таблетку закинь этой темы, я уверен. Помеха это не будет, поэтому подумай об этом. Вот обычную таблетницу вкинул в карман, куда-нибудь там засунул. И после треши бабах, в одну таблетку сразу и все. Все усвоилось, ребятки. Все очень просто. Итак, было маленькое отступление. Это насчет усвояемости протеина, о том, что доза 30 грамм. Вы пишете, там, что 30 грамм это нормальная тема, хватит там или это мало. Ребят, все очень индивидуально. Я еще раз повторяю, и это доказано, я это вижу по многим людям, есть... люди действительно, которые дома сидит, нормальное питание, ему тут протеин и в принципе и не нужен, потому что все сбалансировано, нормально получается. Я уверен, но это просто выходит в туалет и все. А другой действительно, как я и говорил, не просто сказал, на кладбище работает. Был у меня такой пример. Я ему подогнал протеина, и начал очень реально набирать. Сам говорит, я реально и просыпаюсь лучше, и мускулатура. Ну, действительно, все классно. Итак, ребят, так, погнали. Такая баночка. Берем
чайный ножичек. Шейкер у нас тут стоит. Так. Открываем. Смотрим. Смотрим. Где тут есть? У нас открыть негде. Поэтому. Тут обычная клеенка. Видите, да? Так. Крышка обычная. Тут. Идет, кстати, вот сейчас открыла чуть-чуть, и уже такой, знаете, аж запах идет с банки. Тут все упаковано, видите, плотно. Поэтому... В каждой банке есть мерная ложка. Я не знаю, как ее сейчас искать. Но учитывая то, что в принципе во всех этих банках ложки одинаковые. Я возьму ложку с Muscle Farm. Чистый этот. И вам предварительно сейчас вам покажу еще. Какой он по цвету шоколад и запах такой шоколадный, я не знаю, хотя вкус такой вот, видите, написан, но что-то как-то все-таки скажу так, орехом я не знаю, тут орехом я не чувствую, орех чисто шоколадный получается такой. Ну дабы. Так, вот набираем. Видно даже, да? Вот высыпаем. Рассыпчатый. Вот я взял. Вот. Много не буду. Получается. Дабы, так, закручу, потому что тут такой, конечно, вкраплений никаких я особо не вижу. Вся однородная, все однородное по составу. Здесь давайте пройдемся, я в описании еще скину вам состав. Видите, да? Никаких наклеек, ничего больше нету. Срок годности. Все. На этикетке ничего не отклеивается. Все обычно. Так, добавляем водички, ребята. Я воды добавляю немного. Так можно лучше проверить протеин. Вот, добавил почти только половинку. Видите, да? И погнал. Сейчас мы выясним вообще, как он размешивается. Это тоже очень на самом деле важно. Думаю, хватит. Я уже сейчас вижу, что все здесь однотонное. Сейчас посмотрим. Будет или нет, интересно. Как вы думаете, будет? Я думаю, будет. Хотя здесь пеногаситель мощный. О, класс. Мне нравится, что он не сильно сладкий. Такой. Учитывая то, что воды я налил немного. Но вот сейчас я реально чувствую орех. Орех и шоколад.
жиденький, легко пьется. Класс вообще. Реально тема. Это супер. Это хорошо. Скажу только от себя, добавлю еще. Такой протеин реально приятно пить. Это не то, что какой-нибудь дешевый, знаете, КСБ какой-нибудь. Типа там, ну, не хочу название говорить, потому что на каждый товар есть свой покупатель. И дешевые вещи, ну, дешевые, как бы это считается средний класс. Если Opti Nutrition это более дорогой, то данный, как бы я считаю, это среднячок. Потому что по качеству я не думаю, что намного хуже, чем Opti Nutrition. Очень хороший тоже протеинчик этот. И пить его тоже одно удовольствие. КСБ, ну, гораздо хуже. Я буквально вот недавно пропивал КСБ. Пил и сейчас пью этот. И это небо и земля. Хотя наш производитель, вроде все сырье, вроде неплохое. Но это, конечно, четко. Вообще такой протеин я вам реально рекомендую. Однородная масса, защитные трек-кода, упаковочки прозрачные, что тоже не может радовать, баночки. Если не нравятся баночки, есть пакетики. Ну, в общем, все удовольствие, было бы желание. Допили. Смотрим. Есть ли остаток? Ну, как видите, вообще нету. Вообще. Никакого остатка вообще нету. Какой протеин пьете вы? Мне очень интересно это узнать, ребят. Напишите в комментариях, какой протеин пьете вы. Вот это реально бы интересно было узнать. В общем, ребятки, это канал Реальная Качалка. Ставьте свои лайки, подписывайтесь на наш канал. И мы с вами разыграем эту банку этого мегапротеина, который мы с вами только что все это проверили, посмотрели. И это реально пуля. Пуля вообще просто суперская. Палец вверх. Пишем комментарий, какой протеин пьете вы. Это очень важно для нас. Какой протеин пьете вы? Какой реально вам помогает? Может быть, какие-то другие спецдобавки вы пьете, спортивные. Может, еще что-нибудь. Как накачаться? Давайте делиться опытом на нашем канале. Все, пока-пока. Хороших вам тренировок. Будьте здоровы.